Победный марш и лица Победы. В Краеведческом музее сегодня можно посетить сразу две выставки, приуроченные к 70-летию Победы. Обе посвящены боевому пути 311-й стрелковой дивизии. Экспонаты увидела Милана Поварницына. В двух залах около 100 фотоснимков. Каждая фотография – это своеобразный шедевр. За каждой своя история. Все они сделаны нашим земляком, корреспондентом военной фотохроники Даниилом Анохиным. Даниил Анохин работал в труднейших полевых условиях. Однажды его отправили с группой разведчиков фотографировать у переднего края противника, а порой приходилось бросать фотоаппарат и брать в руки пистолет или винтовку. И несмотря на все это, Даниилу Анохину удалось создать уникальную фотолетопись и увековечить боевой путь 311-й дивизии с первого и до последнего дня войны. О боевом пути 311-й Двинской стрелковой дивизии, в которой был штатным корреспондентом Даниил Федорович, и рассказывает выставка «Победный марш». Дивизию сформировали в июле 1941 года в Кирове из солдат, которые были родом из районов Кировской области. Первое боевое крещение бойцы получили под станцией Чудово. Потом были ожесточенные бои под Тихвином и по Гостям. Дивизия сдерживала наступление фашистов на Ленинград. Ее боевой путь проходил по белорусской, польской, затем берлинской земле – и закончился на Эльбе. История дивизии рассказана через восприятие простого солдата. Фотографирование бойцов на партбилеты. То есть это конкретно задача его как военного фотокорреспондента. Но он настолько был неординарной, творческой и яркой личностью и понимал всю важность происходящих событий, что помимо фотографирования партбилетов он фиксировал вообще весь боевой путь. Даниил Анохин вел фронтовой дневник, а каждую фотографию подписывал. Благодаря фотолетописцу оживают перед нами и фронтовые будни солдат, редкие минуты отдыха. На другой выставке «Лица Победы» можно увидеть много портретов однополчан Анохина. Простые славянские лица, добрые и открытые, несмотря на все ужасы, не озлобленные войной. Таким был и сам автор. Он очень глубокий был и воспринимал жизнь такой, какая она есть. То есть вот представьте, блокада, Ленинградская область, 42-й год, идут тяжелые бои, и тем не менее этот человек находит время и силы, да, обратить внимание на природу, которая вокруг него. И по осени он приручил белку. Эта белочка стала такой символом отчасти, да, этой дивизии. Она жила вместе вот с ними в одной землянке. Они кормили остатками ее своей еды, вот все, что у них было, они делились с этой белочкой. Отметим, что посетители на выставке «Победный марш» также смогут увидеть оружие Великой Отечественной войны, пулеметы и ППШ, форму бойцов и командиров, находки с мест боев, подлинные письма кировских служивых и даже изрешеченную пулями посуду, которая, возможно, спасла жизнь кому-то из бойцов 311-й стрелковой дивизии. Милана Поварницына, Валерий Никулин, «Вести», Кировская область.